Привет всем, друзья! Сегодня у нас самая, наверное, ну, если не самая, то одна из самых бюджетных посылок из Китая. Что здесь? Ну, я думаю, вы уже понимаете, что здесь. Здесь у нас кое-что из рыбацких принадлежностей. Ого! Мы же смяли. Вот такие вот поводки на хищника. Разные размеры. 6, 9 и 12 дюймов. 72 штучки. Насчет цены хочу сказать, почему бюджет. Взял их по акции, друзья. Всего 1 доллар. Хотите верьте, хотите нет. 1 доллар, 72 поводка. Я, кстати, вот вспоминаю, что в рыболовных магазинах один поводок я брал что-то, ну, платил за него, не помню, что ли, там 3-4 гривны. Это было, правда, уже давненько, сейчас, наверное, и подороже будет. Насчет качества, ну, давайте глянем, что за качество. Что нам предлагают за 1 доллар. Кстати, скажу сразу, что на Алиэкспресс данные вот поводки я наблюдал не так давно. Ну, может быть, они есть и дешевле, но наблюдал где-то было около 7 долларов. Скажу вам, что 7 долларов и 1 доллар разница, конечно, довольно существенная. Так. Ага. Ну, карабинчики здесь... Не скажу, что высокого класса. Они тут, наверное, самые-самые обычные. Я такими карабинчиками пользовался, наверное, еще лет 10 назад. И что мне не нравится, вот уже вот наблюдаю в этих карабинчиках, вот покажу вам, если будет видно. Есть два усика. Вот эти два усика, друзья, они творят чудеса. Они путают нить, леску или к чему вы там их вяжете. Они иногда даже, ну вот, путаются за водоросли, там, за всякую чушь. Ну, в общем, не очень я доволен вот данными карабинчиками. Вертлюжки. Вертлюжок. Да, тоже, в принципе, большой, стандартный вертлюжок. Эти вертлюжки, насколько я знаю, любят хорошо ржаветь. То есть они надолго как бы их не хватает. Ну а чё еще хотеть, друзья? Качество-то. За доллар, я думаю, такое количество вертлюжков, поводков и карабинов. Ну, я думаю, что это просто супер. Просто супер. Тем более, что у вас три размера. Хватает этого, очевидно. Если конкретно этим пользоваться, то, я думаю, хватит вам, блин, ну, на лет 10, наверное. Если не больше. Материал сам поводка я не буду утверждать, но мне кажется, что это проволока. Ну, очень тонкого сечения проволока, покрытая каким-то изолирующим пластиком, что ли. Ну, вот как провод наподобие, да. Гнется он очень-очень хорошо. Хотя вот есть чувство такое вот. Ну, память, наверное, все-таки есть у него. Вот если сильно согнуть. Нет, в принципе, выравнивается как бы. Ну, понятно, что если согнуть пополам и еще разровнять, то это уже, конечно, будет поводок совсем с другими свойствами. То есть он уже не будет ровным. И вот у меня вроде бы такие поводки уже были когда-то. Не помню, насколько мне их хватало, не скажу, не буду врать. Думаю, что, в принципе, опять же, за такую цену тут придираться-то не к чему. Ну, как бы тут, мне кажется, должно за такую цену все устраивать. Что еще характерно для такого поводка? Да, исходя из опыта, вот, говорил вам, что у меня такой был уже поводок, они ржавеют. Они ржавеют. Если вот это изоляционное покрытие, то есть вот этот полимер, который на него нанесен, это где-то он перетирается, где-то он теряет
ну, стирается, может быть, да, там, со временем. И вот он начинает ржаветь, и есть риск того, что он просто переломается или лопнет сама проволока на каком-то этапе, на каком-то месте, да, вот где оно перетерлось. В целом, я очень доволен. Покупка за доллар, я считаю, что оно достойно. Это достойно. Тут китайцы, конечно, превзошли себя, я думаю, количеством. По качеству я не наблюдаю, друзья, чтобы тут были какие-то вот, ну, браки там или еще что-то. Да, вроде бы как бы все хорошо, все четко сделано, все пляшет. Ну вот так вот. Вот такая вот бюджетная посылочка, друзья. Ну все, ставим лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.